Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале. У нас ярко светит солнце, только что была гроза и сильный ветер и темно. Но у нас сегодня очень важная тема. Я сделала пометок очень много, чтобы ничего не забыть. Тема важная. Что нас улучшает? Она неоднократно уже была у меня на канале, но это неисчерпаемое, так сказать, поле деятельности. То есть мы будем говорить не просто, как выглядеть моложе, да, а на что стоит обратить внимание женщине, которой, грубо говоря, за 50, и это видео будет именно про взгляд на женщину. Хотя вот я думаю, что стоит делать видео и для мужчин, потому что это отдельная боль. Значит, называется видео «Советы стилистов, оторванные от жизни». Давайте разберем эту тему не спеша. Вот позвольте себе эту роскошь спокойненько, несколько минут, не спешить и послушать. Возможно, о чем-то вы не думали с какой-то точки зрения или не обращали на что-то внимание. Вот прям заварите себе чай или кофе, что вы любите, и послушаем. А потом поделитесь в комментариях. Почему я хочу затронуть эту тему? Потому что я вижу, как вот из уст в уста передается эта информация, вот она гуляет по блогерам, они повторяют одни и те же вещи довольно часто, которые оторваны от реальной жизни. И вот я хочу разобрать, что значит базовый гардероб для нас, женщин, 50-60 лет и более. Я цитирую, я прям залезла в интернет, мне интересно было, только устно это говорят или письменно. Оказалось, все очень плохо. Цитирую. В этом прекрасном возрасте стоит задуматься об элегантности и женственности образа. Вещи провокационного, вызывающего характера, мужеподобная одежда простят и выглядят неуместными. Напротив, импозантные и качественные модели придадут имиджу лоска. Это цитаты. Следующее. Первое, что необходимо осознавать при формировании списка одежды, это то обстоятельство, что цвета базовых вещей одежды должны склоняться к пастельным и приглушенным. Другой источник, я вам прям подряд несколько прочитаю. В возрасте у женщин совершенно пропадает вкус к одежде. Они носят платья и юбки непонятных форм и расцветок, которые не подчеркивают никаких достоинств. Правильно подобранная одежда скрывает недостатки и гармонично подчеркивает все преимущества. Именно поэтому стоит уделять важное внимание выбору одежды. Рекомендуется носить рубашки и блузки светлых цветов. Приветствуются благородные цвета в одежде. Важен и покрой одежды, поэтому лучше выбирать ту, которая сшита в современном стиле. Отказаться следует от темной одежды, от одежды бабушкиных расцветок. Я уже уверена, что вас подташнивает от этого текста. Я думаю, что дальше мы не будем продолжать. Я, честно говоря, думала, что это уже как бы не пишут такие вещи уже. Но, тем не менее, это все еще витает. И в интернете, и в YouTube, и везде. Значит, конечно, у кого есть вкус, тот такое не считает. Но так как я в эту тему углубляюсь, я... Вот решила найти, значит. А вот у кого вкуса вообще никакого нет, то есть вот такие тексты, они вредоносные, если они возьмут их, не дай бог, на вооружение. Хотя вот я заметила, что у подобного рода стилистов, которые вот рассказывают такие вещи, довольно много подписчиков. Но где эти подписчики в жизни, вот которые так восхищаются и там оставляют какие-то комментарии, они же, по идее, должны меняться в лучшую сторону. А много ли женщин 50+, 60+, 70 и так далее вы видите на улице? Вот честно вам скажу, немного их. Вот где они, эти подписчики? Я люблю факты, а факты говорят об обратном. Если не брать вот крупные города, неважно в какой стране, вот выглядящих хорошо женщин нашего возраста раз-два и обчелся. Но вернемся к тексту. Вот что значит бабушкиных расцветок? Что это значит? Я думаю, что любые цвета, вот, которые вам нравятся, можно замиксовать так, что они будут выглядеть просто прекрасно. Хотя вопрос, что значит бабушкин, ну, правда, я не знаю. Уже и бабушки совсем-то стали другие. Молодые внешне, причем
раньше бабушками становились раньше, а выглядели реально многие как бабушки. В общем, не поясняется, какой цвет бабушкин, коричневый, темно-синий, я так, ну, думаю. Когда, я даже не представляю, что там, серый, черный, что там бабушки носили, без понятия. У меня, например, бабушки любили приодеться и в яркие, всякие цвета разные. Ну, и это было уже давненько, мне уже 56. Так что не знаю, что такое бабушкины цвета, они имеют в виду. Мне тоже говорят, не видя, не зная меня, не видя воочию, не носи черную, он старит. Вот он подчеркивает морщины. Вот это все абсолютная вообще чушь. Я хочу сказать, что у меня не особо много, можно сказать, практически нет никаких морщин. И вот мне кажется, вот я опять в черном, люблю его. Мне кажется, что лучше всего как раз к лицу мне черный цвет. Ну, не знаю, я предпочту в любом случае темный цвет у лица, а вот низ я могу и светлый носить. У меня все наоборот. Все индивидуально. Вот кому-то идет ярко-розовый, очень хорошо идет, я знаю. Вот моей дочке идет ярко-розовый, ярко-фиолетовый, а кому-то желтый идет, а кого-то желтый практически стирает, он убивает внешность. А стилисты говорят, что желтый цвет всех стирает. Ну нет же, не всех. В общем, я не понимаю, что там изучают эти стилисты там. Вот ко мне обращались люди частные, просто я как хобби-стилист у них бесплатно работала. И вот мы собирали с ними образы, они сами меня просили, чтобы я им помогла. И они прям сопротивлялись некоторым вещам, вот категорически, и они не понимали, как и почему. Потом все-таки они купили эту одежду и получили массу комплиментов, потом писали мне всякие благодарности. А ведь спорили со мной. То есть люди не видят, что им идет, не видят сочетания. И вот так вот, вот такой человек попадает к какому-то стилисту, который им там наговорит черти что, я представляю, что там будет на выходе. Ну, в общем, не знаю. В общем, прежде чем советовать, как-то необходимо все-таки видеть конкретного человека, да, его внешность, фигуру, характер тоже неплохо бы знать. Но никак не возраст. Возраст тут вообще никаким боком не помеха. Это я назвала видео там 50+, и все такое, то есть мы якобы обсуждаем. А вообще возраст не имеет никакого большого такого значения. Я потом вернусь, вот где этот возраст все-таки играет значение. Может быть, вам надо, чтобы одежда подчеркивала цвет глаз, может, цвет волос, может, надо освежить лицо. Не знаю, вот кого-то нежный цвет стирает. Я вот к таким, мне кажется, отношусь, у которых нежный цвет как-то глупо выглядит. В общем, женщина в любом возрасте может выглядеть абсолютно по-разному, поэтому внимательно рассматриваем себя. У каждого есть красивые места, я уже об этом говорила. У каждого абсолютно, это вопрос бесспорный, потому что со мной тоже начинают спорить, что нет у меня красивых мест. Нет, они у всех есть, обязательно что-то есть. И вот мы именно эти места оформляем, выделяем. Красивые пальцы, носите кольца. Красивый цвет ногтей носите на этих пальцах, чтобы обращали внимание. Красивая грудь, значит, носите декольте какое-то. Красивые уши у некоторых, сережки, волосы уберите, покажите свои уши. В общем, все что угодно. Красивые ступни, носите открытую обувь. Или, например, открывайте щиколотку, если она такая нежная. Насчет Total Black я уже сказала, я обожаю, если вам идет, носите. Мне кажется, вообще никаких вопросов не должен вызывать этот такой спорный у многих вопрос. Он, по-моему, вообще никак не спорный, черный цвет очень многим идет. Есть талия, вот подчеркните талию, кстати, она у многих уже отсутствует в этом возрасте. У меня она вообще не ярко выражена была всегда. Поэтому... В общем, найдите, что у вас интересного, и этим это подчеркните. Еще очень важно, чтобы нам было удобно, потому что удобная одежда, удобная обувь и при этом красивая. И если это все сидит хорошо, то, естественно, вам комфортно, и вы автоматически свободно двигаетесь, и все это автоматом красиво. Поэтому, что можно сказать, что база для нас, вот 50-60 лет, будем примерно в этом возрасте говорить, это красиво выглядящие именно на нашей фигуре вещи. Мы все по-разному взрослеем, меняемся, у нас разные лица, у нас разный рост, волосы, фигура, форма ног, рук. Это многое решает
что конкретному человеку нужно носить. Вот подвижность очень важна при выборе одежды. Какая вам одежда нужна? Кому-то легко ходить на каблуках, кто-то уже не может или не хочет. Вот цитату опять. «Имея стройную подтянутую фигуру, можно выглядеть намного моложе». Ну, что, не факт вообще. Вот можно всю жизнь быть моложавой пышкой, понимаете, и быть худой вот старухой на вид. Это совершенно, это худоба, не факт того, что вы будете выглядеть молодо. Я считаю, что все вот в голове. Если вы научитесь, у вас будет, научитесь краситься, там одеваться, и у вас будет намерение быть красивой, вы ее будете, любая женщина будет. Это можно сделать. И дело не в переходе на элегантную одежду, потому что мы в элегантном возрасте. Что значит элегантный возраст? Не знаю, это же, мне кажется, это глупость какая-то. Значит, вот я что думаю. Стремление носить слишком узнаваемые бренды вот очень-очень старит женщину. Может быть, для вас, например, это нормально, вот для меня нет. Мне это очень скучно. Сколько красивых моделей, материалов, дизайнов, сумок уму непостижимо. А многие ведь мечтают и хотят вот Эрмес или Шанель какой-нибудь. Мне всегда кажется, что вот кто покупает эти перемелькавшиеся модели, вот у них либо вкус полностью отсутствует, либо люди с комплексами, чтобы поднять свой уровень в обществе. Мне так кажется, не знаю. Эти сумки часто мелькают у блогеров и стилистов. Вот мне кажется, эти сумки закостенело узнаваемых брендов прибавляют лет 15 и вот отминусовывают индивидуальность в образе однозначно. Вот единственное, такие сумки можно потом через время какое-то продать за хорошую цену. Это да, это я не спорю. Это как бы вложение. Но вот ходить с такими сумками, вот, не знаю, мне кажется, это скучнятина. И вот недавно блогер, считающая себя очень стильной, утверждала, что любые очки старят. Вот с точностью да наоборот. Очки могут исправить и улучшить неправильный овал или черты лица. Это я вам вот как художник, как это, ответственно заявляю. И солнечные очки обязательно носить. Они, во-первых, это стильный ход, во-вторых, это полезно, особенно для нас, потому что вот я хожу круглый год в очках, без разницы, лето или зима, потому что я чувствительна к свету. То есть это и полезный, и стильный аксессуар. Не забываем, обязательно. Много можно в каждую сумку кинуть разные очки или там, я не знаю, коллекцию какую-то собрать и менять их. Если мы покупаем футболку себе, да, уже мы не покупаем абы какую футболку, надо обращать внимание на форму ее, размер, плотность вот этой ткани, длину и крой рукава. Это очень важно. Кому за 50-60, надо, чтобы она сидела идеально просто, эта футболка. С джинсами, кстати, то же самое. И если у вас, например, уже сморщенные коленки, то не стоит носить джинсы с дырками вот именно на этих коленках. А я вижу часто в теплое время года именно такую картину. Вот в кафе сидит, и вот у нее сморщенная коленка торчит вот в эту дырку. И в возрасте можно и нужно носить яркие украшения. Ну, как нужно. Может, кому-то и не нужно, но в молодости они нам как бы, собственно, не нужны. Мы и сами ходим такие красивые, свежие. А вот сейчас в самый раз. Вот и у всех, я могу сказать, с какого-то определенного возраста появляется вот готовность и желание носить эти яркие, броские украшения. Цитирую дальше. Базовый гардероб для женщины за 50 лет должен обязательно включать в себя 2-3 пары брюк. Лучше, чтобы они были прямые, можно широкие и чуть укороченные модели. Конечно, конечно, цвета приглушенные и темные, поскольку к ним можно подобрать яркий шарф, ремень, сумку, перчатки. Ранней осенью очень хорошо смотрятся пиджаки. Опять ерунда какая-то. Некоторым вообще не идут пиджаки. Вот, люди, например, женщина с животом, с грудью, им этот пиджак совершенно не подойдет. Кому-то хорошо носить юбки или широкие брюки, если, например, у вас ноги отекают или кривые, там, я не знаю. Кому-то, наоборот, стоит подчеркнуть ноги. Или всем советуют шарфы. Вот шарфы – это такое вот хорошее дело, потому что ты их можешь менять там и, в общем, быстро преображать, в общем, весь образ. Я хочу сказать, я заметила, что шарфы,
тоже далеко не всем идут. Вот у кого шея короткая, они и так себе смотрятся. Еще старомодная манера ношения одежды. Так как вся одежда может быть современной, например, трендовой и хорошей самой по себе, но ее вот это неумелое сочетание и как-то не так повязанный шарф может, конечно, весь вид испортить. Цитирую то, что я взяла с первой попавшейся статьи в интернете, с первых попавшихся статей, там было несколько. Но вот это отражает почти все то, что нам советуют люди помоложе, то есть стилисты, не достигшие элементарно даже 50 лет. Вот цитирую. Свитера, джемперы, кардиганы, почему-то свитера, а потом джемперы. Вообще-то свитеры и джемперы. Вообще безграмотность повсюду, я хочу сказать, в интернете и... Это ужасно. Свитера, бухгалтера, инженера. В общем, смотрите, так, свитера, джемперы, кардиганы, как тут написано, это незаменимый атрибут как весеннего, так и зимнего гардероба. Очень красиво смотрятся вязаные или трикотажные кардиганы большой длины. Дальше цитата. Как вещи прибавляют возраст? Полностью черные образы, жакеты оверсайз, ретро-одежда без современной изюминки и слишком обтягивающие или свободные вещи делают вас визуально старше. Вот как можно категорично всех так вот под одну гребенку? Вот нас выстави, женщин 50-60 лет, человек 20 вот в строй такой, мы будем абсолютно разны, вот абсолютно. Поэтому эти советы очень-очень индивидуально должны даваться. Сейчас я хочу вам зачитать мой адский список того, что точно, на мой взгляд, субъективный, делает нас старше и страшнее. Что я считаю просто недопустимым для стильных женщин, особенно те, которые вещают с экрана, и у них именно каналы про моду. Отросший ноготь с лаком или с накладным ногтем, или длинные острые ногти. Вот кто бы что мне ни говорил, это портит образ моментально. Вы становитесь опасны. И я вижу этих блогеров, миллионников, кстати, с ужасными ногтями. Вот меня от этого зрелища реально тошнит. Вот реально, я представляю, каково им мужьям, я не знаю, как они смотрят на это, каково самой... обладательница этих ногтей, как она выдерживает, это вообще не... для меня это загадка, честно говоря. И я не представляю, как можно позволить себе показывать дорогую обувь на весь экран и держать ее вот рукой с такими ногтями. Вот я не понимаю вообще. Вот сначала приведи ногти в порядок, а потом снимай видео. Или, например, готовят с такими ногтями. Ну, это же ужас ужасный. Облезший лак, вот я сказала, что я вернусь к тому, недопустим то же самое для нас. Вот подростку можно еще облупленный лак, иногда они делают это специально. Нам нет. Если вы не хотите выглядеть позорно, вот реально жалко и позорно, то лучше... вот этот облезший лак стереть просто. У меня была знакомая, она, значит, когда у нее слезал лак, там где-то кусочек, она брала и покрывала сверху следующим слоем. И так она могла делать неделю, две недели. Вы представляете, что было потом? Это был какой-то ноготь, какой-то такой весь выгнутый. И там, я не знаю, как потом, как она справлялась вот это все стирать, не представляю, как это потом она, и чем она стирала, наверное, час. Дальше. Много косметики тоже очень старит. Вот так же, как и полное отсутствие косметики может старить. А еще больше старит неправильно подобранный для вашего лица макияж. Вот контуринг. Часто предлагается там убрать то брыли, то там щеки, еще что-то. Вот он старит очень сильно. Если тебе 55, 60, 70, не нужны тебе лишние какие-то затемнения на лице. Лицо, наоборот, надо делать более плоским. И излишняя пудра, вот знаете, которая в эти поры забивается, и это очень видно близко.
очень добавляет возраст и выглядит очень так неряшливо. Неправильно оформленные брови очень часто вижу. И на молодых, и на старых. Очень активные, очень темные, очень какие-то угловатые до сих пор, хотя это уже давным-давно не модно. Ну и когда бы он-то было, было ужасно, а сейчас особенно. В общем, синий татуаж я вижу. Когда-то он, может быть, был сделан, и сейчас он стал синим, и люди ходят. А еще бич вот сейчас. Вот это накладные ресницы, которые... Ладно, там... Моя дочь тоже иногда любит ресницы какие-то себе увеличить, но она делает это пучками очень деликатно и в некоторых случаях, то есть не всегда, не каждый день. Но вот эти вот щетки, которые, я не знаю, они как веер такие опахало, и, в общем, глаза становятся как у страуса, и это выглядит, ну, это смешно выглядит просто, я не знаю, как они... на ночь как-то отклеиваются или как, и, в общем, я не в курсе, но выглядит это ужасно. У нас, вот в Германии я очень часто вижу на всех, очень. И нарощенные жуткие ресницы, которые половина отвалились, половина огромные, такие длинные. Ну, в общем, вид ужасный. Что еще старит? Сейчас со мной, возможно, будут опять спорить некоторые люди, но я считаю это вот так, и я свое мнение скажу. Может, кто-то задумается, хотя... Кто сделал, уже будет поздно. Это виниры. Не всегда, конечно, есть редкие исключения, когда это красиво и нормально. Но очень часто. Вот я слышала от блогеров, что вот я сделала зубы. Очень рада. Это длинные такие, длинные белые зубы. Это говорит о том, что вы молоды, что у вас зубы не стерлись. И, значит, я считаю, что с точностью до наоборот. Зубы неестественно белые, неестественно крупные, длинные и ровные. Они это сразу придает минимум 10 лет. И я не понимаю, чем руководствуются. То есть просто белые зубы это еще не залог того, что вы будете красивее. Потому что, не знаю, у меня такое впечатление, что как бы рот полон этих зубов, и вы думаете, что лицо типа натянется на эти зубы и разгладится. Ну нет, ничего не натянется. И вы становитесь старушкой со вставными зубами. Это видно. Про губы тоже не забываем, их обязательно надо увлажнять. Я считаю, что лучше пользоваться цветной помадой нам. Никаких коричневых там тонов, они мало кому идут. А именно свежая какая-то помада такая, не перламутровая, нет. Еще вот я пришла к выводу, что манера говорить... тоже очень может сильно старить. Вот я вижу молодых девушек и женщин, которые разговаривают как старухи, вот понимаете? Я вот сегодня наблюдала буквально эту картину, сегодня утром. Бывает, что от природы голос не очень, ну, не у всех красивый голос, но можно поменять манеру разговора и вот выбрать какую-то другую тональность, понимаете? И вы будете... уже влиять на людей по-другому. Вы улучшите свой имидж, и люди будут к вам более расположены, вас будут слушать, потому что некоторых слушать невозможно именно не только из-за голоса, а из-за манеры говорить. Вот задумайтесь над этим. Стараюсь видео не затягивать, но не знаю, в общем. Так, мы уже сказали, что старит старомодная одежда очень-очень сильно. Особенно это как бы бросается в глаза, если, например, вы следите уже за модой, да, и вы видите, что это вот было модно буквально пару лет назад, оно уже вышло вот из моды категорически не модно, а кто-то еще этим пользуется, потому что оно как бы еще не заношено. Вот это вот очень сильно старит. Брошка неправильно подобрана, может как полностью испортить образ, так и если ее правильно подобрать, она сделает минималистичный образ более сразу интересным, такой арт-объект на вас, если он хорошо подходит, ваш образ будет просто незабываемым. Важно, одежда не вашего размера, не вашего, имеется в виду, ну вот вы носите какой-то размер, берите несколько размеров в раздевалку, 3, например, вот я 3 по 3 беру в последнее время, и покупаю вот от S-ки до XL, смотря как это сидит, надо все мерить. Вот выбирайте, что на вас сидит лучше.
Вот это и называется одежда вашего размера. Хотя он на этикетке будет не ваш. Устаревшие модели обуви тоже. Не надо их носить. Даже если у вас больные ноги, можно найти хорошую, классную обувь. Не только кроссовки. Плохо, я считаю, очень некрасиво, когда много украшений, разбросанных как бы по человеку. То есть, особенно комплекты. Я это вижу тоже в видео очень часто. То есть, на вас кольцо, на вас может быть еще и браслет, сережки и кулон еще какой-нибудь. И это выглядит очень некрасиво. Что еще очень важно, вас может состарить стрижка неправильно подобранная или цвет волос. Ох, как часто я это вижу. Кого-то старят длинные волосы, вот все говорят, что кто-то утверждает, надо обязательно длинные иметь, чтобы быть молодым. Прямо вот такие есть отстаивающие свое мнение. А кто-то говорит, надо постригаться там с какого-то возраста. Нет, кого-то очень старят длинные волосы, а кого-то очень старит короткая стрижка. Так что надо... Ну, это индивидуальный вопрос. И состояние волос очень и очень важно. Вот это, кстати, очень важно. Мы ездили в поездку, и перед нами была пара, в общем, сидели две женщины. У обеих были волосы мать и дочь, и такие вот ниже плечей. Они были в ужаснейшем состоянии, просто ну, ужасно. Пересушенные, посеченные, сухие, какие-то все такие... неровные. В общем, я сидела, у меня руки чесались, мне хотелось отрезать им эти волосы, но они их так это бережно поправляли. В общем, они просто отваливаются, их видно, что они уже под конец такие реденькие, они отваливаются. В общем, такие волосы, я вам хочу сказать, надо сразу обрезать и лечить. Лечить масками, пусть они... Я и то, почему я сейчас с короткой стрижкой. Я уже отпустила довольно длинные волосы, я подстригла только потому, что я хочу определенную стрижку, ну, поносить, допустим, да, но мы такое количество разных перекрашиваний делали, что я просто решила их обновить. Хотя, если сравнить мои волосы, которые я отрезала, только для того, чтобы обновить их, как бы, да, то мои волосы были просто идеальные по сравнению вот с этими, которые они берегут. Мне кажется, что неравномерно седые волосы тоже мало кому идут, очень редко. Если возможно, лучше перекрасьте их, если у вас не белые волосы полностью, перекрасьте их в белые. Они перекрасятся, это точно, это уже проверено. Единицам идет седина. Вот несвежие концы волос в плохом состоянии, если она у вас. Лучше состригите. Я вижу тоже блогеров, вот что значит YouTube, вот я вижу прям... Отпускают волосы, которые очень тонкие, ломкие. Вот она сидит и хвалит, нахваливает свои волосы, а сама их вот так постоянно трогает, ну, нахваливает, потому что она их отрастила, допустим, ниже плечей. Но дело в том, что она их все время трогает, как будто, знаете, такая вата под елкой, которую надо заткнуть. Потому что если ее не заткнешь, она может и отвалиться. В общем, как-то. Ну, в общем, это некрасиво. Если вы видите, что у вас некрасивые волосы, ну, не стоит их сохранять. Ну, найдите стрижку красивую, как-то это, оформите ее. В общем, неправильно подобранный цвет волос и стрижка очень часто вижу. Если кому-то интересно, я все время оставляю, у меня дочка сейчас переучивается на стилиста по волосам, она это все делает, так что обращайтесь к ней, и вам подберут в салоне хорошую стрижку. Я оставлю все контакты под видео. Я думаю, что мы обсудили довольно много сегодня в видео. Пишите в комментариях, что вы думаете на этот счет, что, на ваш взгляд, старит нас, что можно улучшить, и мы, возможно, продолжим. Невозможно, а я думаю, что все меняется, мы эту тему продолжим потом. Сделаем такой, как он называется, ремейк на вот это видео. Так что всех вас обнимаю и целую. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока.